Всем привет, ребята, с вами Голкипер. И сегодня мы в первый раз пройдем карту. Эта карта называется как-то Мега. Ну, в общем, давайте я в конце буду, и вы посмотрите название этой карты. Скачал я эту карту на специальном сайте. Ссылочку на него я не знаю, так что не буду оставлять в описании. А вот эти вот материалы, вот эти вот двери, полыган, рычаг, это я просто немножко подукрасил карту. Не обращайте внимания. И давайте мы переключим вид и уже приступим. И я думаю, стоит включить функцию камера, чтобы вы меня видели. Вот, всем привет. Ладно, ребят, так, переключите. Ой, зачем я вышел? Я вышел за кем-то. Ладно, так, тут настройки быстро пробежали. Слава богу. Так. Вот. Так, рычаг мы сейчас сломаем. И сложим все это в сундук. Кстати, вот эти вот два алмаза и два золотых слитка, это все то, что мы, короче, добыли с папой на прохождении уровня. Давайте, слушайте, давайте меня уберем лучше. Так-то лучше. И сейчас мы все сложим в сундук и начнем уже проходить нашу карту. А суть у нас карты в том, что мы попадаем на уровень, мы должны в полете облетать препятствия, а в конце попасть в воду. Самый легкий уровень для меня это вот этот вот. Yes or no. Поехали. Давайте попробуем его пройти, но я уже проходил, тут просто надо угадать, в какой туннель ты прыгаешь. Так, по-моему, сначала я зеленый прыгнул. О, прикольно. По-моему, сначала надо прыгнуть в зеленый. Да, мы прыгнули в зеленый и вот так вот чередовать: зеленый, красный, зеленый, красный. Следующее. Сейчас нам нужно прыгнуть в красный тоннель. И, ребята, предупреждаю, начинается школа, и видео, может быть, будут выходить не так часто, но все же они выходить будут. По крайней мере, эти два дня, суббота и воскресенье, все будет по-нормальному. Кстати, простите, что я так долго не выпускал видео. Тут в сундуках ничего нет, потому что мы, когда проходили, мы уже все собрали. Но вообще там, по-моему, лежали алмазы. Ладно, давайте попробуем пройти какой-нибудь уровень сверху. И вы, наверное, задаетесь вопросом, а как сверху? А тут есть вот подъем, наступаем, и нас топает. И давайте, пожалуй, на синий вот этот уровень. С синей надписью, который был. И это у нас что-то типа морского, что ли, уровня. Мы сейчас поднимемся и разобьемся. Ай, разбились. Ладно. Ой, и почему я сижу на корточках? Так, все. Бежим, бежим, бежим. У вас видео не отстает, не волнуйтесь, все хорошо. Так, теперь давайте сюда зайдем, ребята. Также мы можем спуститься, наступив вот сюда. Вот. Прикольно вот так вот ходить. Ты то сверху, то внизу. Ладно, давайте поднимемся уже. Так, и выберем первый, пожалуй, уровень, ребята, с вами. И тут нам должен дастся эффект левитации. Вот. Все, мы левитируем.
А потом нам надо будет опять прыгнуть вниз и облетать все препятствия. Этот вообще уровень красивый. Ой, я частичек испугался. Жаль, что левитацию могут давать только шелкеры, а зелья левитации не существует в Майнкрафте. Кстати, хотел рассказать вам о приложении Амина. Это очень крутое приложение, где можно переписываться и узнавать новости о Майнкрафте. Мой символ в Амина – это зеленая лапка. Ну а я называюсь в Амина Валера Илькаев, так что, если что, ищите меня под этим именем, мой символ – зеленая лапка. О, шелкер тэпнулся. Куда это он тэпнулся? Куда это он подевался? Шелкеров я оставил, потому что нужно было левитация, и тут какая-то канитель с командными блоками, в общем-то, произошла. И кнопка нам не дает левитацию. Давайте попробуем еще раз. Боже, да не в сундуке, нет. Да куда шелкер делся? Ладно, не важно, но суть, ребят, в том, что у нас не работает. И когда мы нажимаем на рычаг, мы включаем всю систему, и мы типа прошли уровень. Рычаг я оставил сам, ребят. Redstone схему я ставил сам. Вот нормальный уровень. Давайте прыгаем вниз сюда. Ой, разбился. Нужно, знаете что? Ну, эта карта только для профессионалов. Да. Кстати, приложение называется Амино. О, вот по этим вот можно было бы допаркурить, но я не допрыгнул. Что? И между разбился. Ну, в принципе, можно вот так вот подпрыгнуть. Так. Почему вот это вот не открывается? Что там, интересно? Давайте проникнем туда и... А тут пусто. Тут ничего. Давайте выйдем и посмотрим. Не может же тут ничего не быть. Серьезно? И вот это вот такие вот длинные уровни. Ладно, ребят, мы немножко подломали карту, ну короче, ладно. Тут также можно переключать режимы, то есть вы можете спокойно переключиться на творческий и карту, допустим, красить. И так почти на всех картах действует. О, а это что? И что за табличка? Магма! Если мы упадем на магму, то мы плюс сгорим. Да еще и умрем. Потому что на магме обычно горят. Ух ты! А! Это тот солнечный уровень. Я просто проходил уже эту карту. Ну вот такой вот у нас солнечный уровень, и мы опять разбились. Что такое-то? А что в конце, да, до концов на карте? Ну ладно, ребят, давайте еще два раза две какие-нибудь карты пройдем. Да я вам покажу название карты и будем заканчивать. Давайте вот мне... Синий вот этот уровень. Ух ты. Как тут темно. А, облетаем. Ну ладно. Не облетели и упали, короче. Давайте вот последний уровень как-нибудь пройдем и будем заканчивать.
Так, вот это давайте, допустим. Это тот девчачий уровень, помню. Тут лицо вот девочки, мы сейчас летим и врежемся в цветок. Ну ладно, ребят, мы не прошли карту, но я надеюсь, что вам понравилось. И сейчас я вам покажу сайт, на котором я скачал все эти карты. А карт у меня целых 3 штуки. В общем, ребята, вот этот вот сайт. И тут мы можем выбрать всякие карты, текстуры, моды. Кстати, напишите, что такое сиды. И давайте попробуем скачать какую-нибудь карту. Я вас научу скачивать, короче. Так, это мы в разделе моды сейчас, а нам нужны карты. Все, вот мы в разделе карты. И какую же карту нам скачать? Давайте какую-нибудь простенькую. Давайте, допустим, парк аттракционов. Кстати, у меня скачанный. Так, ой, я вышел. Эту карту можно скачать в интернете. Так, задание с короля. Давайте на третье поле перейдем. Так, и тут у нас какие карты есть. Вот, кстати, вот эта вот карта, видите? Она называется Супер Мега Дропе. Вот. Скачивайте их, вот смотрите. Выбирайте карту. Выбирайте карту. Просто нажимаете вот сюда, и она у вас скачивается. Но перед этим подождите. Нужно нажать еще скачать. И у нас идет скачивание. Все, открыть. И у нас сейчас откроется Майнкрафт. И будет импорт мира, и мы очнемся на нашей карте. Ребята, я к вам через минутку вернусь. Итак, ребята, вот был импорт мира, и у нас набор синхронизируется с сервером, создание мира, регенерация ландшафта, и вот мы появились на карте. Ну, ее мы будем проходить уже в следующий раз, и я думаю, что всем понравилось это видео. А если вам понравилось, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал. И также нажмите на колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. Ну а с вами был Голкипер. Всем удачи и всем пока-пока.